Сегодня в Красноярск прибыли представители Центральной избирательной комиссии России. Поводом для визита стало обращение 8 политических партий, направленное в Центр избирком. Они пожаловались на нарушения, которые якобы допускались в ходе голосования 18 сентября. Как рассказал представитель ЦИК Евгений Калюшин на специальной пресс-конференции, он провел встречу с членами избирательной комиссии, представителями прокуратуры и ГУВД России по краю. Выяснилось, что обращения в правоохранительные органы действительно поступали, однако практически все они касаются проведения предвыборной агитации. «Ни одной жалобы в суд по ходу и результатам единого дня голосования не было», – заявил Евгений Калюшин. «Те нарушения, о которых стало известно, не могут служить поводом для отмены результатов выборов». Также представитель ЦИК отметил, что недовольные партии должны руководствоваться доказательствами, а не эмоциями. Из сегодняшнего разговора ни один представитель политической партии из числа тех, которые подписали вот это обращение с нарушениями, не подтвердил наличие вот таких нарушений. То есть это люди, которых вы послали в состав краевой избирательной комиссии, они говорят о том, что таких нарушений не было.